Александр Георгиев. Саш, с победой прежде всего. Отличная статистика, персональный на турнире. Как относитесь к двум сухарям? Очень приятно, конечно. Это заслуга большая наших ребят. И я больше рад, наверное, тому, что мы обе игры выиграли. Это самое важное. А какой показал сегодня игра, взгляд из ворот, что уже с вашими глазами? Была такая достаточно упорная борьба. Мы схватили много, так скажем, удалений. И здорово, что выстояли, перетерпели. У них были шансы. И также хорошо, что повели в счете рано. Это помогло. Сегодня было несколько таких вспышек эмоций на площадке, несколько толчков таких, стычек. Мы были готовы к таким действиям со стороны соперника, я имею в виду всю команду нашу? Ну, конечно, каждая команда, я думаю, на нас настраивается немного по-особенному. Хотят сделать сенсацию какую-то, и ребята к этому готовы. И эмоции иногда перехлёстывают. Но это хоккей, это ничего страшного в этом нет.